Ну, как что придумал показывать? Так, Серый, раз ты с собой воду начал носить, знаешь что? Надо тебе рассказать рецепт один. Молодцы. Сок Мишки Гамми. Так. Пью такой. А что, а давайте мы сейчас колесо делаем аккуратно. Вот, Милан, видишь, когда я ставлю путь, прям постарайся, чтобы это не попали. Мы сейчас не попали. Мы сейчас сделаем, кто вернется. Вечером мы рецепт скажем. Вместо простой воды можно... Пойдем на с нами. Да не, мы вас... Пойдем. А что ты, Славович, сказал? Либо вы с нами делаете, либо не делаете. Пойдем. Пару минут пойдем спать. Я верю, пойдем. Сейчас мы тоже базу поделаем. Кстати, пойдемте. Покажите форму, парень, ну что? Да, ну позже, да. У нас, как всегда, если при условии все получается, у нас остается от 40 до получаса мы делаем. Сейчас надо подготовить тело. Пойдем, парень. Покажите разочек, сейчас молодежь с нами выстоите. Пойдем. Коля, Саша. Пойдемте, все быстрее. Оля, я ушел. Слезай. Сейчас мы все сделаем, не переживайте. Тоже будет база. Молодцы. Так, построились. Да. Взрослые дети через одного, пожалуйста, встаньте. Чтобы не было ругани. Я тренер существую. Через одного. Милан, вставай. Все дети, да. Тихо. Вставай. Молодец. Вставай между ними, чтобы они уж не разговаривали. Коляныч. Нет, там с Димой вместе стали. Дима это может. Нет. Ты молодец, Денису Владимировичу. Ты будь сюда. Аня, пойдем сюда, к нам. Да, вы там не жмите, что, вы там вместо вам. Стоп. Вот ты правильно как раз стоял. Так, вот. Более так, Милан. А то Серега не станет, поменяйся. Вот. Так, вот Сергей там, вот Сергей это вот. Нет. Вот паренек. Нет, ты Саня хочешь? Ну пусть Саня, ладно. Да? Смотри, когда позади. Двигайся, да? Поехали, смотрите. Задача сейчас. Упор лежа принять, чтобы расстояние не мешали друг другу. Упор лежа принять. Спокойненько. Стоим прямо. Ручки на ширине плечей, ноги вместе. На правой руке стоим, левую руку вперед подняли. Смотрим вперед. Тело не заваливаем так, а прямо как Денис Владимирович, как Сергей Сергеевич, как я стараемся, как парни. Перенесись на руки. Ну, типа того, держим. Статически держим, что значит, все, девочки делают. Ножки вместе, чтобы тяжелее равновесие было держать, на носочках. Поменяли ручку, теперь на левой стоим, правую подняли. Легче. Ручку вперед, как будто ты летишь вперед. Ножки вместе, Саша, стенку не упирайся. Спайдерман, Супермен. Вперед, тяни прям ручку вперед. Серега, не наклоняйся в сторону, стараясь не заваливаться. Представьте, как будто вы на перекладе на одной руке стоите, и так вот, бах. Погоди, что? Дима, держим. Это еще не перекладина. Да, ручку поставили. Теперь подняли ножку правую. Это даже еще не перекладина, а вы уже устали. Держим, носочек натянули. Сейчас будет. Не упирайся, Дима, что ты такой хитрый, уперся в мат? Не надо. Ну, тело прямо, Саша. Да, ножку вверх подняли. Давай. Вот она, да, статика. Поменяли ножку, подняли левую. Конечно, я верю, я вижу. Все мастера, все умеют. Дима, взгляд вперед. Спинку прям. Милана, взгляд вперед. Ножку выше. Поставили. Простите. Теперь подняли левую ногу, правую руку. Правую тоже, да? Фу, Олег. Денис. Да на чем ты дружбу уехал? Хотя бы поднимите, пора. Вот там, где ты стоял, левая нога, правая рука. Пока за спиной была. Тебе надо было повернуть налево, в сторону легкие. Раз, не доказывался, уехал. Вставай. Руку вперед. Ты на светофоре прямо проехал, да? Поставили. На светофоре прямо проехал. Поменяли. Теперь правая нога, левая рука. Ой, это вообще легко. Ну погоди, да, я имею в виду, у тебя победа была за спиной, точно за спиной победа была в магазине. Надо было налево взять и все с перекрестка, да. Сейчас мешком где-то идешь, я слышу. Это, конечно, не держал. Ну, это вот заходи сели, туда дальше, там спросите. Все, спокойно, может, дыхание не можем восстановить. Это спортивный, слышишь? Надо сесть, а не лечь.
Так все сидят. Просто я бы тебя вышел встретить, но я сейчас на холод, разгоряченный, опасно выходить. Спортивно-технический центр, ты... Нет, это не дружба, не-не-не. И так же руки поменяли. Сделай на две стороны. Да. Нормально. Все, да, Денис, это не переживай, сейчас найдешь. Все, дальше стань стоящим. Ну как всегда. Что, выйти встретить? Нет. Все, дальше встали в стоечку. Все, дыхание восстановили. Восстановили дыхание? Встали. Встаем. Теперь задача. Правую ногу мы поднимаем и выводим вперед, перед собой. Со стороны? Да. Да, только держим на весу. Нет. Не между рук, Коль, да. Ручки поуже сделайте. Ручки поуже сделайте. Вот так. Так, поменялись, на двух ручках. Посмотрите на меня, пожалуйста. Перед тем, как выполнять, посмотрите на меня. Стою. На руках, на ногах. Поднял теперь левую ножку. И спрятал ее, да. Поехали. Это трудно, согласен. Вот она статически, да, действие. Поехали. Левую ножку. И вернули. Молодцы. Теперь правую руку подняли и заводим к левой ноге. Получается, просто ее туда заводим. Не на ногу, а вот сюда. Между ногой и рукой. Ставим на одной ручке. До легкотня. Поставили правую. И теперь также левую. Рука-нога. Молодцы. Легли на живот. Ножки прилипли к полу. Сергей, чуть сюда двинься, чтобы Диму не теснить. Или Диму сюда расположи. Да. Давай, Дим, поменяй Сергея местами. Быстрее. Вот сюда, ближе к Саше. Саш, ты сюда двигайся чуть-чуть. Да. Так, ты высокий, иди с Миленой местами поменяйся быстрее. Милена, сюда, Милан. Прости, ты сюда. Милан же, да, правильно? А это у тебя есть. Сейчас можно комбо туда. Да, Милена. Вот. Смотрите, ножками прилипли. Ручки сейчас поднимаем вверх. Все, поднялись. Ножки прилипли к полу. Носочки от тебя прям вверх. Вверх. Да, тянем. Тянем вверх. Я не хочу быть этим. Надо держать. Ножки прилипли к полу. Ручки в стороны. Давай, тогда буду не мешать. Ручки в стороны, как ласточки. Как самолет. Ручки в стороны. Полетели. Молодец. Держим еще. Ручки назад. Мизинчики вверх поднимаются. Пальчики большие вниз, а мизинчики вверх. И опять ручки вверх. Молодцы. Ручки мы прилипли, груди прилипли, поднимаем ноги. Ножки вместе. Получается у нас теперь нижняя часть тела. Тянемся вперед, ножки выше. Коленки подняли от пола. Коленки оторвали от пола. Теперь ножки чуть-чуть в сторону разводим. Тихо. Выше, коленки от пола оторвали, держим. Ничего себе не говори. Молодцы. Теперь одновременно поднимаем ладья, так скажем, у нас получится. Задача, видите, я переплел ноги. Видно? Зацепился. И также я сейчас переплету руки. И поднимаюсь вот в это положение, как будто лодочка, ладья. Поднялись, коленки подняли, локти подняли, грудь подняли, держим. Колени подняли от пола. Держим. И теперь на волнах покачиваемся. Тихо. И теперь в сторону. Сергей, давай, ты что спишь? Я уже прокатился.
На Москву. Стоп. На локти выше. Стоечки на локтях, ну да. Можно ручки вот так, можно так, можно так, можно так, как хотите. Вариантов много. Я вот так стараюсь сделать, потому что здесь вы еще руками сжимаете. Держим планочку, смотрим вперед. Посмотрели на всех, какие все красавцы и красавицы. Спинку округлили не где бедра, округлили в лопатках. То есть получается, вы еще руками здесь сжимаете, и у вас еще на грудь идет воздействие. Спинку подними, Милан. Спинку подними. Поехали наклоны попеременно левым правым бедром до пола. Оп. И дышим. Друг за другом наблюдайте. Делаем, делаем. Чаще поехали. Серый. Серый, серый, давай, давай, давай. Я верю. Я тоже. Молодцы, делаем, делаем. Кто делает, молодцы и умницы. Еще чаще. Стоп. Опять приблизил живот. Теперь последнее. По действиям, но не последнее по значимости. Бублик. Наша любимая. Бублик. Можно взяться за носочки. Можно взяться за лодыжки. Можно взяться изнутри. Можно снаружи. Ножки вместе. Ступни. Старайтесь вместе. Поехали, поднялись в бублик, в рогарик, в баранку скрутились. И поехали, покачивание. Пирожок. Ножки поднимаем, серые, серые ножки, коленки поднимаем. Раз. Оп. Я еще уже. Сейчас раз укатились, да? По делам. Держим, держим, держим. Все катимся. Теперь подняли еще выше и держим. До последнего. Держим, держим. Диман, спокойно, держи. Я устал. Я верю. Со стороны такой же. Хорош смеяться. Давайте, держим. Все, молодцы, смеяться хорошо, но чуть потом. Чуть попозже. Держим, 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 держим. Держим. Держим, я верю, что трудно. Комбой. Комбой? Я уже все. Комбой. Комбайнер. Еще изогнусь. Да куда еще? Хорошие молодцы. Умницы. Протянулись. Тихо, тихо, протянулись. По тягушке. На бочок на один. По тягушке. На бочок на другой. Теперь опять протянулись на левый бочок. Правую ручку смотрю. Правую ногу я вперед положил. А левую ручку упор сделал и о, скрутился. Вот так вот ручку сюда положи, упор, и туда крутись. Прям скрутились, чтобы спина села не совсем правильно. Рукой уплись ногу, сверху на ней положи. Вот так надо. Упор. И так спишь. И теперь поменялись другим бочком. Опять ножку протянулись. О, прохрустели аж. У кого получилось. На спинку легли, отодвинулись друг от друга так, чтобы вы руками не касались друг друга. Отодвинулись, ножки подтянули к себе, взяли под коленки. Получается, вы колени подтянули к груди. Молодец. Подтянули к груди, да? А теперь начинаем носочками тянуться за голову. Раз. Как? Улитка как будто. Улиточка, может быть, да. Тянемся. Раз. Еще. Оп. Тянем, тянем. Оп. Ножки за голову. Оп. Да, тянем. Надо коснуться носочками за голову. Сделали. Теперь руками уперлись под бедра. И вышли в свечку, либо в березку, да. Поднялись. Все, держим. Можно без рук, но пока с руками. Держим.
Держим, держим. Меньше разговоров, держим. Коля, это видишь? Держим. Правую ножку вперед сделали. Левую назад. Это что? Натянули. Это как бы шпагатик такой сделали в воздухе. Ой. Поменяли местами. Левая ножка вперед, правая назад. Убежали. Типа того. Теперь обе ножки в стороны. Шпагатик такой легенький сделали. Да, теперь убрали руки из-под бедер и без рук свечку сделали. Здорово. Здорово, Женя. Денис, давай, да, раздевайся там. Сейчас, секунду. Смотри, переодевайся. Вещи и здесь, носочками вставай, вот эта территория рядом с тобой, да. В этих местах можешь, там чистенько, да. Вещи вешай здесь, а переодевалка в том зале можешь переодеть. Сейчас. Сильно спина болит? Сейчас. Ну тогда полежи, отдыхай, конечно. В том конце зала? Да, в тот зал зовешь, там переоденешься. Сейчас сыграем, да, сейчас сыграем. У тебя тоже спина заболела? Нет? Все это делаем, тогда свечку держим. Держим. Как будто спина... Серый, спина, если вас не проверишь, через 5 минут домой пойдешь. Договорились? Все. У кого что болит, собирайтесь домой. Ну, зачем нам надо, чтобы кто-то хворал? Надо выздороветь дома. Подняли. И теперь смотрите, какая штука. Теперь руками, пожалуйста, возьмите за носочки, за пальчики ног. И потяните себя за голову опять. Вы вот теперь держитесь, руки на меня посмотрите. Всем видно? Вот так? Я не вижу, Дим. Я не знаю. Нет, наоборот, надо на спине лежать. Надо на спине. А, ну ты делаешь правильно, да. Только смотри, надо ручками вот тяни так за голову. Потянули, да? Молодцы, подъем. Молодцы, повернулись к нам друг к другу лицом. И теперь все тоже делаем, только не на... Саша, ты что там сидишь? А я с вами. В смысле, я не понял, а что ты там? Опять в центр ногами развернулись, Серый, пойдем. В центр ногами, Дима. Теперь смотрите, тянем носочки. Прям спокойно. Дим, развернись, не к спине, ко всем, а вот садись. Ну и с целом, Дима, убегай из центра. Дима, подвинься туда. Давай, свечай сюда чуть подальше. Оп, молодец. Тихо. Серый. Хорош. Носочки тянем вперед и поехали. Наклон. Задача сначала ножки прямые, сначала надо коснуться животом. Животом касаемся бедер. Поехали. И не просто надо делать наклон, надо зафиксироваться. Там, в этой крайней точке, надо зафиксироваться. Поехали, держим. Зафиксировались, держим. Я сейчас подойду, проверю. Все, держись вот так. Тянись. За ступни возьмись. Нет, с этой стороны. Все, ножки прямо, ножки вместе. Возьмись. Все, держись, наклон. Возьмись за ноги, ножки прямо, коленки, держись, наклон головой, держись, ножки прямо, выпрямляй, держись. Головой вперед смотри, Серый, вперед тяни, молодец. Вперед тяни, о, зафиксировался. Зафиксируй, все ноги распрями, зафиксировались. Серый, ты что, сейчас, братан, домой пойдешь, я, блядь, сколько раз повторяю, а? Что, давай прикалываешься, что ли? Нет. А? Нет. В смысле, сидишь ты здесь, что-то наблюдаешь за мной или за кем-то наблюдаешь? А что стал делать? Ты заставил меня, да, сейчас вот, ну, как бы, вот эту вот эмоцию проявить. Не надо так делать. Давай, держи, я верю, больно, держись, зацепись. Прям вы локтями касаетесь пола. Все, прилипло. Держись. Трудно, я знаю. Молодец, Галина, держись. Сейчас помогу я всем. Саш, давай. Держись. Зацепись. Держись. Надо держать. Вы обалдеете, когда вы это правильно сделаете, у вас пресс. Все кубики, рубики там бух напрягутся. Это офигенное упражнение, зря вы игнорируете его. Я верю, Серый, надо пытаться. Давай. Оп, все, держись. Взгляд вперед, прям тянись, держись крепко. Дима. Парни, я же не желаю вам зла какого, да, я лишь прошу, чтобы... Дима, вперед взгляд. Взгляд вперед. Давай, Серый, ножки вместе. Давай, на себя дальше подводимся. Да, брат, ты не очень гибкий. Ты не очень мучаешься. Держись вот так, ручками, держись вот так. Тянись, сам тянись. Он просто хочу, интересно. Денис Владимирович, хочу кольца не снимешь. Откуда?
пальцы, кровь потекет, тяжело, тормашку убери. Кровь может передавить, кровь у тебя начинает течь. Я не смогу сейчас снять. Ёшки, ну я понял. Ну, потом еще не обессудь воды, потому что кровь начинает поток литься, и я не хочу, чтобы... Это на всем на будущем браслет, и пульс, там, это аккуратнее. Молодцы. Аня, поменяйте с парнями местами, пожалуйста, сядь между ними. А теперь следующее, носочки на себя. Давай, знаешь как, идем сюда. Да, что-то прям будет, отлизывайте. Вы расслабились все. Очень. Те, кто ничего не делает, ну, уже попросили, да, если нет желания вы не заниматься, вы можете домой пойти. Вы лишь только отвлекаете на себя внимание. Сами ничего не делаете, другим мешаете. Уже быстрее бы на турниках занимались, если бы эти минуты не тратились, уже быстрее. Вот это, посиди там и прочее. Двигайся сюда. Сейчас стоп, объясняю, носочки на себя. Дайте, пока разминайте свое. Да, ближе. Давай. Нет, привычки сами разминут, сейчас хорошие. Привычки не так много. Смотрите, поочередно. Правую и левую ногой начинаете поочередно тянуть. Изо всей силы. Руками, как вот мы полотенце тянули, я руками держу. Я не даю возможность ногами двигаться, да? У меня ноги через силу. А я нормально, трудно, братан, я имею трудно. Надо через силу. Не переживай. Я поставлю за вами, как вы делаете. Руки, верхний плечевой пояс готовы, заточены для занятий, а ножки не заточены. Надо исправлять срочно. Парни, вы здесь, мы в гимнастике, мы полностью гармонизируем тело. Потому что турники все круто. Но на ногах же вы там, ну, матушке помочь, дайте куда-то. Вы же не на руках побежите, вы же не на турниках, там сумку с продуктами там прикрутите ее. Да, конечно, можно как угодно. Можно с дуру мизинец в носу сломать и прям легко делается. Там да. Поехали. Кто в носу ковыряется, может, крыси сломал там. Опа, и Диман почесал. Аккуратно, чтобы не сломал. Поехали. Попеременно прям поиграли. А теперь, смотрите, вот я сейчас стараюсь показать. Вот у меня руки лежат сверху пальца, да? Допустим, у меня не хватает растяжки, и ножки вот так получаются. Я должен себя протянуть изо всех сил. И теперь со всей силы надо ноги раскрыть через боль. Да, через боль. Кряхти. Да. Бывает, да. Сам себе ничего не зарешь. Все, поехали. Да, вот ты умница. Вам хорошо, молодежи. Нам тоже тяжелее. Поехали. Все, понеслась. Вот он тоже, смотрите, взрослый мужчина. Пришел, тоже так же страдает. Держи. О, видишь, взялся за носки уже. Ее поаплодируют, красавчик. Он результат получил, да, за носки взялся. А теперь наклон надо сделать локтями и коснуться пола. Через совет и через выдох. Это выглядит примерно так. О, это выглядит как Колян или как сейчас так я. Так так нормально. Он без... Он со вдохом, наоборот, сводит. Тянем. Молодцы. И теперь последнее, завершающее. По таракане, животом кверху. Поднялись. Последнее остается, значит. Поднялись. Постояли. Оп, тазом. Покрутили. Серж сюда сбегай, чтобы там все влезли. Сюда поднимемся. Да, на правую ручку стоим, левую подняли вверх. В круг. Нет, да. Тебе надо на своем месте, просто вперед пройди. На правой ручке стоим, левую подняли вверх. Дима, другую ручку поменяй. Выше поднимается, да, выше. Ставим на ручку, ставим. Ставим ручку вверх, тянем, ставим. Теперь, когда ручку вверху, поводите ее в сторону, в разные. Поводить ее можно вот сюда, за руку, к этой руке, вот стой, подводи, Серегу, вот так подвести, да, поводите. За спину, как будто вы готовите элемент делать. Раз, посмотрели, ага, как это может быть элемент. Конечно, это все подготовительное. Поделали. Теперь поменяли ручку левую и правую. Давай. Так же тянем. Чуть-чуть осталось времени. Немножко осталось, что конечно. Ловить, да? Тянем, потянем. Опа. Тянем. Молодцы. Так, ножки, ручки стоят. Теперь подняли правую ногу вверх. Натяни носочек. Серый, натяни, таз подними. Таз поднимите все. Поставили, таз, подняли таз, левую. Поднимаем. Таз надо поднимать, тяжело. Молодцы, поставили. Теперь подняли левую руку и правую ногу. Это вот так, да? В танце, да? Да, пляшем. Держим. Можно
можно еще вот так взять. Можно так, да, погоди, надо так хотя бы сделать. И теперь поменяли ручки, ножки. Ручки, ножки, да. Молодцы, поставили, сели на бедра. Руками уперлись в бедра. Можно пальчик вперед, можно пальчики от себя. Подняли правую ногу. Сейчас мы готовимся уголок. Сейчас будем делать уголок с пола. Подняли правую ножку, спинку прямо. Зима, выше ножку. Была ногу выше. Поставили. Сколько времени? Уже все. Да, у тебя уже сколько времени? Только начало. Левую ножку подняли. Не, кому надо домой, вы можете домой. Никто никого не сдерживает. Но сейчас как раз начнется элемент, а ты домой собираешься. Держим. Мы уже подошли к элементу. Теперь самое будет веселое. Мы сегодня на ягодицах попрыгали, да, на бедрах. Поползали, все, полотенцем помотались. Сейчас надо будет упор. Сами выбирайте для вас положение рук. Пальчики могут вперед, пальчики могут в сторону, назад, сами смотрите. Да, практически. Но не отрывая бедер от пола, мы делаем уголочек по ее ног. Сначала так делаем, да. Это легко, это легко. Это легко, держим. Держим. Можно поводить. Ну, соответственно, чем вы дальше закидываете тело назад, тем проще будет. Я вам все-таки советую тело стараться держать, ну, попрямее. Можно поводить, можно как Серега, например, там, да, крутан, только штаны не проветриваете, не прокрутите. Можно ножками поводить так. Можно так поводить, да. Может, прямо не заваливай, не заваливай тело, не заваливай тело. Конечно. Сделали, да? Готовы? Надо будет делать подъем на руках, стараться выйти в уголок, хотя бы на одну секундочку. Это будет тяжело. Будет вылечить. Может быть, легко кому-то, это будет вот так. Чуть-чуть, да. Прям ножки вместе и поехали. От 8 до 80 раз надо будет подъемчик сделать. По одной секундочке. Не переживай, 80 это для мастеров. Диман, не волнуйся, ты уже раскладывай. Дима, ты медитируешь? 8 раз хотя бы сделать. От 8 до 80. Стараемся, чтобы не было такого. Поднялись, опустились, да. Чтобы не да. Поднялись, опустились. Потихонечку. Что, Сашки, получается? Ножки поднимай, пробуй, ножки поднимай. Мы прям ножки поднимаем. 8 раз сделали, да? Колен на 80 пошел, наверное. На 17, молодец. И вот такие ненавязчивые по секунде, потом несколько секунд вам получится держаться. Да там вообще, а этот, ребята, кто так повзрослее занимаются, подольше, например, воркаутом, во силовой атлетике, они офигели, они говорят, гореть начинают. То есть они так крепкие парни, прям точечно, прям прожигают все. И вот эти изометрические упражнения, статические, чем полезны, вы задаете не общую мышечную массу набираете, а вы как бы, кто этим занимается, он прорисовывает вот всякие вот деталечки такие. То есть там, например, где можно спину укрепить, вот, да, вообще это очень особенно статическая гимнастика или статические упражнения, как общая гимнастика, она применима восстановительно. Получили травму без надругательства, например, на суставы, на организм, делается вот такого характера. И теперь последнее, да, реально последнее, самое тяжелое, мостик. Да. Без стены мостик простой, да, вот такой простой мостик делаем с лежа, ну, с положения лежа. Да. Сначала просто встали хотя бы. Пробуем. Поехали. Просто встали. Кто там пришел? Кто-то сюда? Я пришел. Ты пришел, молодец. Хотя просто постоять. А потом можно походить. Потом можно побегать, да. Потом попрыгать. Можно попрыгать, если получится. Потом можно вот так. Забыть.
Ты прыгнуть хочешь на мостике? Аккуратно. Вот красавчик вообще. Ну тоже пробуйте. Это вот усилие надо применять. Пробуйте. Давайте теперь на мостик на своем месте. Я прыгнул. Только не падать в мостик. Да, еще раз выходим на мостик. Сергей, давай аккуратно. У кого получается пройтись, начинаем движение. Поперетаптываться можно, еще что-то. Просто попробуйте. Давай, давай, парни. Сергей. Все, дерзай, дерзай. Гибкая спина, ты что это? Это соображалка, значит, здравая. Вот Серега пошел. Не затопчи никого, барабанщик. Не затопчи. Да, сейчас врешься с Аней, да? Аня, ты на нас идешь сюда? Аккуратно, аккуратно, Милан, аккуратно. Пробуйте, попробуйте поперетаптываться, да. Пробуем, пробуем, это тяжело. Ну, это, куда деваться? Надо чуть-чуть потерпеть будет. Вот Серега сейчас на стенку полезет, нет? Он передумал, в общем. Сейчас другой Серега на стенку полезет, да? В мостике. Давай, 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 братан, еще раз, давай. Сейчас, погодите. Ой, простите. Сориентироваться здесь бы еще. Все? Подъем. Да. А, разбились. Ну не разбились, конечно, совсем. По стенке разошлись. Взрослый ребенок. Взрослый ребенок. По стенке разошлись. Парни, давайте. Да, последний стоит на руках. А я можно тогда вместе с тем? Я так смогу. Можно, ну погоди. Так, ты тогда сюда идти. А что, все на ту сторону? Нет, ладно, только туда, только сюда. Взрослый ребенок. Что надо делать? Коль, что такое? Ничего не могу делать. Аня, тихо, стоп. Сейчас, по стенке, у кого раны еще на руках есть? Сюда подойдите. Ребенок. У кого раны на руках? Денис Владимирович, Сергей, сориентируйтесь по стойкам, встали. Стойка на руках у стенки на максималке. Вот на 2 минуты надо простоять. На руках у стенки. Как это? Аня. А, вот так? Покажи. Заворачивайся. У стенки встали. Стоять минуту. Если там мешаетесь, разойдитесь, чтобы не мешались. Вот, ребенок взрослый. А где он? Ты там если встаешь, ты сюда. Вот ребенок еще мастер. Давай, 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 стой. Пошли. Серый, его страхуешь. Ты идем сюда. Серый, ты здесь, ты на старшего здесь. Ты здесь смотри, сейчас все стоят, потом мы взрослые. Денис, встаем. Смело в стеночки, да, давай. Встаем, Серый, встаем. Давай, вперед. Оп. Минуту, от минуты. Никто не умеет, я тоже не умею. От минуты. Посмотрим, как, я не знаю, что. Все, не все. 20 килограмм набора. Пока что-то вы это... Не хотите, но не очень. По какой-то причине. Так что стоим? Милан, минуту. Да, стоим минуту. От минуты. Нет, стоим еще минутку. Ты хотя бы пробуй. Молодец. Не стой на месте. Стоим. Не бойся. Чего ты боишься? Серьезно? Стоп. Тебе руками надо встать, где-то вот на эту линию. Сейчас подожди, стой. Спокойно. Наклоняйся. Руками до пола. Все стоим, все стоим. Колени выпрями. Выпрями. Вместе ноги поставь. Пока Саша не стоит. Руками полностью ладони вверх. Теперь из этого положения надо просто подпрыгнуть. Как бы на руки опору сделать. Не закидывай ноги, просто опору на руки сделай сейчас. Как вот ты стояла, вставай. Вот, да. Смотри, что я делаю. Смотри. Я встал так? Серый. Серый. Давай, давай, давай. Стеночка, серый. Может, ей перекать надо ноги? Класс. Сейчас. Извиняйте. Это гимнастика. Не разрешает? Гимнастика. Может, ты посидеешь тогда кто-то? Красавица, иди еще раз сделай. Давай, сейчас подержим. Сейчас выйдем. Оп. Руки выпрями. Выпрями руки. Изгибай. А что ты вот здесь? Вот чувствуешь, куда тебя это, ну, клонит пасть? Сейчас аккуратно опускайся на ноги. Есть. Встань, встряхни. Сейчас еще раз четко все сделай.
Как только ты чувствуешь, где-то расслабленно здесь. Ты должна выпрямиться, то есть выпрямиться немного. Чик. Вот в этом месте. И напряги живот. Напряги живот, и тебе еще раз стенки поможет. Разбились, еще все к стенке. Давай. Я подстрахую, не переживай, ты не упадешь. Стоп. Раз, два. Ножки поймала. Теперь тебе надо вывести вот плечи вперед.